сильнейшие бойцы мира на ковре. Заслуженные мастера спорта, чемпион мира Белял Махов, Дагестан, параллельный зачет Кабардино-Балкарии. И серебряный призер Олимпийских игр в Пекине Бахтияр Ахмедов, также Дагестан. И хотя понятно, что медаль золотая будет в Дагестане, мы знаем, что это будет бескомпромиссный поединок. Ну а для болельщиков, естественно, будет интересно узнать, что хотя это весовая категория до 120 килограммов, но я вот здесь поинтересовался, собственный вес борцов тренировочный, у Махова бывает 127 килограммов, у Бахтияра Ахмедова 117 килограммов. Ну, сейчас вы знаете, эта весовая категория ограничена до 120 килограммов. Пожалуйста, кандидаты в сборную команду России, тренер, не забудьте про собрание, которое начнется сразу после окончания чемпионата. Спортсмены Цыбоев, Уришев, Ахметов, Гонсалов, подойдите к АБУА для оформления денежных призов. Thank you.
Ваши аплодисменты, уважаемые зрители, подтверждают признание победителем в этой схватке Белява Махова. Дагестан. Параллельный зачет командира Балканской республики. Doing well.